В этом видеоролике вы узнаете, как сделать домашний творог с помощью йогуртницы Витек ВТ-2603. Нам потребуется 1 литр молока, 100 грамм творога и 1 столовая ложка лимонного сока. Сначала необходимо смешать небольшое количество молока с творогом до однородной массы. Смешивать молоко с творогом будем с помощью блендера Витек ВТ-3401. Теперь добавляем в эту массу 1 столовую ложку лимонного сока. Перемешиваем. И доливаем остальное молоко. В йогуртницу устанавливаем контейнеры для творога и разливаем в них полученную массу. Закрываем крышкой. Включаем йогуртницу. Устанавливаем время долгим нажатием на кнопочку часы. 13 часов. Через некоторое время индикатор перестанет мигать и начнется режим приготовления творога. По истечении 13 часов творог необходимо достать из йогуртницы. Лотки с творогом приподнять над сливными лотками, перевернуть на 180 градусов и поставить обратно в сливные лотки. Дать 30 минут сыворотке стечь, затем закрыть крышкой и убрать в холодильник на 4 часа. Через 4 часа достаем творог из холодильника и перекладываем его на тарелочку. Домашний творог готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.